пятницу в Нижнем Новгороде начали тестировать первые терминалы для оплаты парковки. Появились они на улицах Рождественской и Ковалихинской и площади Горького. По данным участкам будет курсировать автомобиль с системой ParkOn, который будет в онлайн-режиме все автомобили снимать и передавать тоже эти данные в центр обработки. Там будет сравниваться, оплачено, не оплачено. Соответственно, если оплачено, то машина в законном режиме стоит. Если не оплачено, то будет налагаться в штраф.